Всем доброе утро. На дворе 7 утра. Все уже гуляют, Рушан. Яйца помечает. Сколько Рушан уже? 18. Я сегодня этот приучил утку вторую. Они обе неслись в одно гнездо. Я ее взял, она ночью здесь ходила, я ее сюда загнал и закрыл. И вот на яйцо снесла вот здесь. Теперь нужно делить яйца, чтобы одна там сидела, вторая здесь. Может, кто-то из них один сядет? Нет, они же как бы яйца начинают нести для того, чтобы сесть, набирать. А это вообще скоро сядет. Видишь, она начала уже пух щипать. Угу. Вот. Она уже скоро сядет. Так что сейчас будем в одно сюда и сюда чуть добавлю яиц. 5, 6. Ой, кошмар, а зачем столько утят? Потом, чего с ними делать будем? Как, что продавать можно будет? Смотри, а если мы не хотим, чтобы утка садилась на яйца, яйца просто нужно будет убирать потом, да? Да, и все. Ну, давай попробуем. Что, распределяешь половину туда, половину туда? Угу. Ну, они у нас это молодые утки, не очень большие, поэтому она может не обогреть, если оставить много яиц. Ага, все, я пошла, там у меня чайник. Чайник свой. Харе. Видно, на чайник новый. Купить, чтобы он сам выключался. А это я сегодня уже с полшестого утра здесь видео публиковывала. Сидела. Вот видите, рано утром здесь солнце. Сейчас буквально часов в 8 уже его не будет, да? В 8? В 9? Ну чуть выше поднимемся, да, и не так будет. Но... А ты чего это? Кстати, у нас, блин, мухи, зараза, не меня все искусали. Рушана всего искусали, прям кусаются. У нас в этом году комаров тоже много. А я почему-то не видела, я даже не слышала. Они же обычно как, ты ложишься, либо просыпаешься от того, что кто-то подумал. Ну да, нет, не комаров, а вот это мошки мелкая. Вот она кусается. Да, вот комаров я не слышала ни разу. Мошки много, просто ласточек в этом году мало. Я наблюдаю, как бы не так, как в прошлом году побольше было летало. Может быть, где-то ось весна такая непонятная была. Замучили прям. А, любители музыку покачать. Аж сигнализация срабатывает. Приехали на пляж. Ну, просто посмотреть, прогуляться. Это просто по пути. Купаться. Это не в нашей станице. Как называется? Новопостановская. Река Челбас. Такой мостик опасный. Ира там все с кошечками. Вот все она. Любительница наших животных. Всех животных любит, всех собирает. Кстати, многие знают, что она любит животных и... Прям под ворота ей подкидывают под забор животных. Ну, кто вот рядом живет, знает. Что-то ходуном все ходит, Руш. Не рухнем? Да нет. Хороший пристань. О, смотри, тарзанка есть. Как водичка. Нормально. Да. Че, Руш, искупаешься? Мы уже приехали домой. Да ты не стря, она у нас мелкая. Привет. Мелкая, но да? Она мелкая, но она у вас все равно вкусная. И мало ее, но... Ничего не мало наверху. Смотрите, какая красивая клещевина уже вымахала. Но я вряд ее сажала, вот все, что вышло. Вот такая красота. В смысле, все, что вышло? Да, вот здесь не вышло. Семенами, что ли, садила? Да. Или этими луками? Семенами. Она одногодка? А вот этого я даже не знаю. Посмотрим.
какая красота. Кристинка в гости пришла, мы ее подобрали по пути, смотрю, идет. А я даже надеялась, думала, блин, не дойду, наверное. Жарко, да, я бы тоже не дошла. А, копают, да? Но это там все тоже перестали. После дождей они любители. Потому что после дождей много червяков. А, копают, начинают... да? Ну вчера буквально не было. Угу. Заразы. О! Чего, страшно? Нет. С Нэнси гуляет. Перегуляет, будем ее стерилизовать. Поэтому я за ней слежу. Глаз да глаз. У нас обновочки. Нужные покупки для летней кухни. Летнего душа. А у нас покупки для летнего душа. Сюда? Нет, сюда ближе. Сюда? Вот так, да? Угу. Просто нормально? Нормально. Что, сильно торчат шурупы? Ой, да пусть торчат, их и не видно. Тут, в принципе, никто не заденет, не поцарапается. Все, нормально, держится. Держи следующую покупку. Полочка. Может быть, полку вот на эту стенку подальше, допустим, здесь вещи будут висеть. А? Или на эту же? Я думаю, вот сюда. А зачем? Туда даже мыло элементарное положишь, и будет капать вода, и оно все будет раскисать. Вот сюда можно. Очередные покупочки. Это получается гель для душа, по-моему. Новинка. Держится? Стоит? Да. Ныряю в клубничный рай. Да. Я тебе буду говорить это. Иди. Слушай, а не хочешь в клубничный рай снырнуть? Да, и вот такой вот Garnier Fructis. Это тоже новинка. Шампунь. Банановый. Для очень сухих волос. Это гель для душа, что ли? Хотя у нас не сухие. А, гель для душа. Вот, смотри, все помещается. И бери свой шампунь у меня под мышкой. Давай, покажу. И вот гель для душа и шампунь. Заряд энергии. Head and Shoulders. Это больше помещается в мужской. О, все пусть так стоит. И потом сюда это можно. Это сюда расставить. А сюда виходки что-нибудь набросать, да? Вот виходки новые не купили. Да? И крышу обязательно сделаем. Так, сейчас быстренько покажу вам, что купила. Щипчики. Кристинка как придет ко мне, так щипчики у меня заберет. Я вот осталась без щипчиков. Купила себе щипчики. Это Рушан взяла. Жилет. Так. А себе взяла вот такой солевой дезодорант. Он идет без запаха. У него вообще нет запаха. Его просто мочишь и используешь. Я не знаю, поближе покажу. Вот такой дезодорант. Но если его уронишь, то уже все, хана ему, можно выбросить. Вот такой вот солевой дезодорант. Это я взяла в Магнит Косметик все. Там, по-моему, еще что-то. А, нет, больше ничего не брала. Вот, потом взяла себе вот эти вот перчатки, весточку. Удобные перчатки. Потом взяла вот такой набор досок разделочных, 3 штуки. Это в фикс прайсе взяли за 100 рублей, по 99 рублей. Сейчас покажу, они такие тоненькие, смотрите, они антискользящие, наверное. Что здесь? Ну, короче... Идет 28 на 20, потом 36 на 26 и 42 на 33. Вот, 3 штуки. Тоненькие, они все равно меняются, там, допустим, раз в 2 месяца. Вот это слишком огромное, особенно для моей кухни. Вот, первый раз взяла такие тоненькие и попробую, потом скажу вам, как удобно, неудобно. Так,
Далее. Ну, конечно. Ну, как же без вешалок из фикс-прайса. Антискользящие. Всегда их беру. Стараюсь убрать. Чтобы они у меня накопятся, будет побольше. Вот такую взяла вазу за 199 рублей. Первый раз взяла вазу. Хочу куда-нибудь сюда поставить, какие-нибудь сюда колосья. Ну, за место вот поварежек. Куда-нибудь приспособлю поварежки. А, вот еще взяли в этом магнит косметик Рушану. Шапку для бани. А то у него нет шапки. Вот такую вот шапку он выбрал себе. Темная. Так, шапка. И далее. Здесь у меня кофе. Большую взяли на этот раз. Кстати, вот такие вот я взяла салатник. Миски, они по 29 рублей. Две штучки взяла. Еще такие пригодятся. Потом сорти лимон. Я не знаю, сорти. Вот это первый раз, что я беру. Комнат всегда брала. Этот раз что-то взяла сорти. Это чистящий крем. Универсальное средство. Такое. И майонез. Две упаковки майонеза. Провансаль. Так, это сюда. Далее. Там уже, походу, пятерочка идет. Губки. Люблю побольше, есть поменьше. Не люблю поменьше, мне неудобно. Потом взяли чай майский. 100 грамм. Далее взяли сливки. Красная цена. Нормальные сливки совершенно. Горошек. Здесь капустка, хлеб, туалетная бумага и все такое. Так, еще один пакетик. А, это я взяла, знаете, муку. Экстра была по акции. Я взяла экстра мука. Две упаковочки. Ну и воды взяли. Две тебе, две крестинки. Все. Так, свет. Банька. И куда-нибудь сюда брошу. Пусть лежит его шапка. Так, этикеточки надо, наверное. Этикеток избавимся. Фига, здесь еще железка какая-то, блин. У меня он его синяя шапка, а у него здесь не было шапки. Чё говоришь? Ну какая большая ящерица. Где? Да нет, небольшая. Большая. Она языком. Интересно. Она беременна. Красивая, еще, видишь? Да, да, отпусти ее тогда. Не ну, отпущу я ее, отпущу. Угу. Просто я сейчас в другое место отпустить. Давай. Слушай, хороший такой асфальт на двор. Прикинь, нам эту площадку себе бетонировать, сколько сюда надо. Точно без бетономешалки не обойтись. Да знаешь, если без бетономешалки здесь заливать, я говорю, где-то к середине двора меня можно будет закатать туда же. Ладно, таскаешь одно, а мешать-то... Музыку слушает. Ох, как душно. Я взяла перчатки. Пойду на грядку работать. Опять а потом приду, буду ужин готовить.
Не опять основа. А что туда раскладываешь? А? Ну, все равно потом надо будет. Ну, это потом, когда будем укладывать, а сейчас будет грязь создавать. Не будет грязь. Какая это грязь, это бетон? Не раскисает, он так лежит кусками или лежит. Тупо. Вот так бывает. Не, я реально думала, что у меня лук есть, оказывается, его нет. Рожану говорю, а можно, говорю, вырвать хоть одну луковицу мне? Приготовить ужин. Он говорит, пойдем попробуем. Вот идем лук рвать, не знаю. А? Чего найдем? Ну да, что делать? Обалдеть, кукуруза выше меня уже. Я потом подойду, ты покажешь на уровне кукурузы. Тетя Лена, вы до сих пор в огороде? Домой? Пора, да. Чё? Сейчас будем определять, какую более-менее согревшую. А который, это... Поломанный. Чё, есть? Да. Да, луковица. Красный? А чё, красный пойдёт для загорода? Ну, в принципе, пойдёт. Давай, нормально. Всё, пойдёт. Один, да, одного хватит. Вот такая вот луковица у нас уже. О, интересно, кстати, первый раз. Ну, не буду 200 раз говорить, что первый раз, что не первый раз. У меня все первый раз здесь, кроме помидоров. Помидоры, и мы в том году... Не, ну у нас вот здесь вот такая маленькая грядочка была. Помнишь, вот кто смотрел наши старые видео? Была грядка, я пробовала. На, подержи. Вот здесь камеру. Я встала напротив кукурузы. Ну вот первый ряд, конечно, тут поменьше идет. А ты вглубь залезь. И все. Вон даже выше тебя есть эти веточки торчат. Смотрите, лук разрезала, а внутри сердцевина гниет. Рушан говорит, скорее всего, это из-за воды. Что воды много. У нас же такие дожди здесь были. И, кстати, запах есть у сердцевины. Сам лук не пахнет. А вот сердцевинка пахнет уже. Вот. Кто знает, от чего, может быть, у вас свои домыслы. Может, расскажете нам.